это, наверное, самая легко дающаяся мне роль. Просто я, можно сказать, все делала, если перевести это на кино, то я делала все с первого дубля. Чуть-чуть подучила текст и выходила на импровизации, вот мгновенно все делала. Я не знаю, почему так мы совпали со Соль, но она мне далась очень легко. Меня тоже в детстве закидывали камнями, и это было очень больно, болезненно, и поэтому эта повторяющаяся история, она повторилась в спектакле. И еще режиссер мне говорит: ну ты понимаешь, там вот, когда приходит, очень трудно человеку становится об этом говорить. Я говорю: да я знаю, знаю. Она говорит: ну вот нужно там, вот здесь помягче, тут полегче. Я говорю: да я знаю, знаю. Она говорит: откуда ты знаешь? Я говорю: ну у меня была похожая ситуация, поэтому я знаю, как это обидно, как это больно. Ах ты! Друзья мои, да у нас сегодня особенный день! Я бы даже сказал, праздничный день! Это единственный, действительно, самый отрицательный персонаж во всем спектакле. Спектакль замечательный, музыкальный, классный, мне очень нравится. Он легкий, он музыкальный, он романтичный, он хулиганистый. Это спектакль, который, мне кажется, к семейному просмотру просто обязательный.